проверим видео в новом формате с двух камер. Смотрите, не знаю. Приложение сырое, поэтому не знаю, как запишется. Смотрим, тут нужно кое-что обсудить. Вот. Хочу показать два примера. Вот. А, эти люди возмущаются, говорят, о, типа ты оскорбляешь женщин или пожилых женщин. Я вам скажу, что вот на примере, вот, я так понял, это от кучи пришли. Скорее всего, две немолодые женщины, да. Но одна из них, вот сверху, видите, красным я отметил. Это да. Вот такая, вот я могу ее назвать, это полоумная бабка, 100%. Хотя не факт, что это бабка. Это может быть какая-то молодая дама, 20 или 30 или 40 лет. Но у нее мозг полоумной, безмозглой, сумасшедшей бабки. Смотрите, что пишет. А ты кто? А ты то кто? Говно. Решил подняться на чужих заслугах. Я напишу ребятам. Жди. Это когда я этих вот, два вот этих верующих, в кавычках, видите, мракобесы, куча, и его друг, псих, нездоровый, который в рекламе, блядь, снимается, там какие-то трусы рекламирует. Ладно, не тема это. Я отметил, сказал, видите, вот это вот сверху буква Т, полоумная бабка. Хотя не факт, что по возрасту она какая-то пожилая, я говорю, может, молодая. И вот внизу человек пишет, зеленым я отметил, недоумки и кухарки. Пенсионного возраста. Любят смотреть такие каналы помогателей. Уголовника Димки Кучи и Шаболды Катьки Сочи. И прочих волков и волчиц в овечьих шкурах, жирующих на их донаты. Ну, два примера, видите? Я вам предоставил. Вот это внизу, зеленым отмечено, умная женщина. Пусть даже если она пожилая какая-то, опытная, умная, мудрая, она знает жизнь. Вот хоть даже у них примерно, я думаю, возраст один. Но внизу это умный человек, которого я уважаю. А вот сверху это полоумная бабка. Поэтому, видите, еще я там отметил даже. Два примера умного и глупого человека. Поэтому если вы этот принимаете на себя... Типа вы считаете себя полоумной бабкой, как оскорбление воспринимаете. Кто-то пишет или говорит вам. Я такое редко говорю, что какие-то полоумные пишут. В чате у нас в основном бывают какие-то конфликты, ссоры из-за этого. Но в любом случае, умный человек никогда не оскорбится на какие-то такие вот названия в свой адрес, какие-то неправильные слова якобы. Он этот... называется высокий порог, у них мозг работает правильно, поэтому на свой счет не воспринимают. А вот полоумные какие-то, вот, которые вот эта буква Т, видите, такой пример я просто вырезал. Там есть более яркие примеры, просто вот эти вот как-то я на скорую руку взял. Сверху глупый человек. Снизу зеленым отмечено, это умное. Но есть еще третий пример, смотрите. Но это фейк может быть, поэтому вот, о-во, смотри, это может быть фейк-аккаунт, который маскируется под какую-то женщину, смотри, что пишет, ну, с ошибками, понятное дело, я примерно догадываюсь, кто это может быть, ну, ладно, смотрим, читаем, скажем так, он работает под женский пол, типа какая-то пожилая. На самом-то деле, может, там мужичок сидит. Я примерно догадываюсь, кто это может быть. Там пару вариантов. Но один из главных вариантов это вот фейк. Старый знакомый пишет. Найдутся люди, под тебя будут копать. Вот тогда мы посмеемся. Ты человек невоспитанный, на камеру один мат. Поимел бы совесть, сплетник, кляузник, я бабушка, не факт, что ты бабушка, и молю Бога, чтобы тебе все твои кляузы пришли тебе. А что в 18-м году произошло? А, это я рассказывал отчасти не в 18-м, 17-м про белорусский мой этот вот рандеву, дорогу. В 18-м муравьи жопу покусали.
Я примерно догадываюсь. Поэтому я понял, что это не совсем буква L. Я тебя раскусил, я понял, кто ты. Но не буду я тебе рекламу делать. Так что сожалею, что твой черячок не откусь. Ну, понятно. А, еще над фильмом «Остров», типа. Я фильмам не верю. Сама в массовке снималась. Фильмы – это миф. И сочиняют много. Зато верят этому. Алкашне вот этой вот. Или кому там, этому дебилу, который молился на камеру. Лысому этому, цыгану, или кто он там. Наебщики эти два. Верит она им, видно. Но, скорее всего, это просто тролль. Эл. Я показал вам внизу два аккаунта. То настоящие люди, живые. А вот это, похоже, тролль. Он пришел поугарать. Посмеяться. Я не знаю, твой коммент пропустил или нет. Сложно сказать. Но если не пропустил, это такие комменты сгорают по истечению там 2 месяцев, 60 дней. Они стираются. Они в фильтре висят, так что сочиняют много в фильмах. Да, сочиняют. Зато эти вот мошенники не сочиняют. Просто вот лохотрон устроили, качают деньги с полоумных. Донятить тебе не буду. Не заслужил брехло. Человек намеренно с ошибками пишет. Прокололся, я узнал, кто это такой, ладно. Похер на него. Вот не обращайте внимания, потому что здесь много фейков. Поняли, да? 3 человека. 3 варианта, может быть. Фейк. И вот 2 примера. Так что никогда не оскорбляйтесь. И это не только здесь, в этом вот, в чате, где-то в Ютубе, в Телеграме, в WhatsApp, в жизни, вообще на улице. Не оскорбляйтесь никогда. Если вы умный человек, вы знаете, что за вами правда, всегда отстаивайте свои эти позиции, если вы чувствуете, что за вами правда. А если вы просто тупите, вы всегда будете в накладе, и вас будут обманывать. Вот такие, как этот Куча, к примеру. Поэтому, ну ладно, и так затянул. Все, что хотел, рассказал. Давайте на связи.